Депутат Московской областной думы Владимир Жук уже не впервые привозит в Ленинский городской округ продуктовые наборы для нуждающихся. В каждой самое необходимое – сахар, мука, гречка, растительное масло и другое. Главное посмотреть, как наши пожилые люди с группы риска находятся, в каком состоянии, сказать им, что надо находиться дома в этом режиме, пожелать здоровья. И, конечно же, оставить вот подарок вот этот вот. И тут есть контактный номер телефона. Если какие-то проблемы, то позвонить. Пенсионерка Ирина Алексеевна приглашает гостя в квартиру с радостью, принимая подарок. Владимир Петрович интересуется жизнью и здоровьем женщины. Как вы себя чувствуете, как здоровье? Ну, я неплохо себя чувствую. Неплохо, меня, да? Обеспечивает социальный работник. На улицу не выходите? На улицу нет, на балкон выхожу. Пенсионерка живет с семьей сына, но пообщаться не прочь. И депутат, прежде чем отправиться по следующему адресу, выслушивает собеседницу, напоминая, что она может обратиться к нему за помощью в любое время. Крепкого вам здоровья, не будем вас уже отвлекать. Да. Спасибо, все равно. Людей. Спасибо, как праздник. И вот очередной получатель помощи. Маргарите Владимировне в нынешнем году исполнится 80. Удивительно, но несмотря на то, что она прикована к инвалидному креслу, женщина остается жизнерадостной, да еще и детей с внуками поддерживает. Я стараюсь, потому что иначе нельзя. Я же старшая в семье. Депутат, поговорив с Маргаритой Владимировной, выяснил, какая еще помощь ей необходима. У меня небольшая пенсия уходит на перевязочные материалы. Вот плечо у меня это самое. Ну давайте вот по лекарствам, может быть, вам попробуем помочь. Вы скажите, что вам нужно. В этот день от Владимира Жука нуждающимся было доставлено 9 продуктовых наборов. Всего же депутат планирует передать около 1000 таких коробок жителям своего избирательного округа. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.